9 октября 2019 года Саратов, а вместе с ним и всю страну, потрясла страшная трагедия. 9-летняя Лиза Киселева отправилась утром в школу, но до учебного заведения девочка так и не дошла. Ребенка похитил, изнасиловал, а затем убил местный житель Михаил Туватин. Спустя почти двое суток в одном из этих гаражей было найдено тело девочки. На самом деле это был обычный день, ничем не примечательный от всех остальных. Единственное, тут было такое... У нее очень непохожий момент, то, что она всегда раньше всех нас вставала, она была ранняя пташечка и всегда вставала рано-рано. В этот день, как это ни удивительно, я не могла ее добудиться, я очень долго ее упрашивала, и она сказала мне, что она всеми фибрами своей души не любит школу и не хочет туда идти, и, соответственно, просит еще поспать. Так как я долго поднимала, она опаздывала уже в школу, я уже видела по времени, что мы не уложимся. И... Так как она опаздывала, я ее поторопила побыстрее. Она убежала. Я ее попросила принести хороших оценок. И больше мы не виделись. Путь Лизы в школу пролегал через гаражный массив. По первоначальной версии Туватина, за несколько месяцев до трагедии он незаконно завладел одним из гаражей, а проходившая мимо него девочка сама поинтересовалась, является ли он его владельцем. Испугавшись, что объект может принадлежать семье Лизы, Туватин схватил ребенка, затащил в гараж, а затем совершил убийство. То есть, проходя мимо, она вот сказала что-то насчет гаража. Дальше я развернулся, получается наоборот, зажал ей рот и завел ее сюда. Принято говорить, что в России нет гражданского общества. Однако история Лизы Киселевой показала обратное. После того, как стало известно об исчезновении ребенка, тысячи саратовцев вышли на поиски девочки. Казалось, не было ни одного человека в городе, который не знал о ее пропаже. Я работаю журналистом, и посты Лиза Алерт о пропаже людей мы размещаем, как и все, ну, несколько раз в неделю. А эта девочка стала мелькать 1, 2, 3, 4 раза. Я уже к этому стал относиться не как к своей профессии, а как к тому, что я здоровый мужик, сижу перед ноутом, да, что-то там разглядываю, а человек, может быть, еще вполне его можно спасти. Я просто спонтанно сел на автобус и поехал в район аэропорта, потому что там был штаб. И когда подъезжал уже к месту, я вдруг понял, что половина автобуса – это молодые люди, которые едут туда на поиски этой пропавшей девочки Лизы. Волонтеры и полиция прочесывали территорию как рядом со школой, где училась девочка, так и далеко за ее пределами. Однако все это время тело ребенка было в нескольких десятках метрах от ее собственного дома. Новость – это было полное оцепенение, шок, какой-то ужас. Страх вообще непонятного, что происходит, почему дети таким способом гибнут, как быть дальше, как жить дальше и учиться жить по-другому. То есть было море эмоций. На следующий день после исчезновения девочки был задержан саратовец Михаил Туватин. Рецидивиста удалось вычислить довольно быстро, так как до этого он был уже неоднократно судим, в том числе и за изнасилование. Поэтому он стал одним из первых, на кого пали подозрения. Когда стало известно о задержании Туватина, рядом с местом гибели девочки собрался стихийный митинг. Разъяренная толпа людей требовала выдать Туватина. Некоторые жители считали, что над ним следует совершить самосуд. Однако самого убийцы в тот момент там не было. Как выяснилось, он находился в отделении полиции в центре Саратова. Когда жители узнали, что мужчину доставили в здание ОМВД на улице Московской, митинг переместился туда. Если не я, то кто? И это должен сделать любой человек, потому что он человек. Собственно, это было у всех одинаковое чувство. Еще я хочу сказать, что очень порадовал, во-первых, возраст тех, кто... приехал в штаб на поиски. Это в основном студенты были. И то, что это был полный интернационал, это были, ну, абсолютно любые национальности, это очень радовало. На допросе Туватин сознался в убийстве девочки. При этом изначальная информация о том, что в отношении ребенка были совершены насильственные действия сексуального характера, не фигурировала. Об этом стало известно гораздо позже. Одна из версий – это было сделано следствием, намеренно, чтобы не нервировать и без того разъяренную общественность. Вы ее до вот этого момента, да, до момента встречи, видели когда-нибудь? Знали, вот вы просто сейчас Елизавету назвали? Нет, это я уже
то, что из ориентировки, которая развешивалась на столбы. Вину в совершении убийства малолетней, да, девочки признаются. Да. Садина раскаивается. Да. Еще на моменте поиска девочки полицейские вскрывали гаражи. Однако именно то строение, где было тело школьницы, так и не открыли из-за того, что оно было заброшено, и следов, что его недавно открывали, не было. Как выяснилось, вход в злополучный объект находится в стене, и попасть в него можно только из других гаражей. О том, что девочка находится там, удалось узнать только, когда об этом рассказал сам убийца. Туватин в конечном итоге получил пожизненное заключение. Часть людей по-прежнему считают это слишком мягкое наказание для убийцы ребенка. При этом мама погибшей девочки уверена, что приговор справедливый. У него особый режим, пожизненное наказание. Я думаю, достаточно строгое наказание для таких деяний. И смертная казнь – это слишком легкое наказание. Я живу. Я это испытываю каждый день. Почему он должен погибнуть, то есть при смертном приговоре? Нет, я считаю, пускай он тоже живет. И тоже каждый день испытывает какие-то, может быть, угрызения совести, может быть, возникнут когда-нибудь. Может быть, еще что-то в голове появится. Может быть, в Бога начнет верить, я не знаю. Елена Киселева после потери ребенка не смогла стоять в стороне. Женщина уверена, что смерть Лизы не должна стать напрасной. Мама погибшей девочки создала сообщество в соцсетях, где совместно с другими родителями обсуждает проблемные территории, по которым передвигаются дети и которые необходимо облагораживать. Елена признается, что начала этим заниматься в том числе и потому, что это помогает отвлечься и не уйти в депрессию из-за потери Лизы. Хотелось максимально занять себя чем-то, да, чтобы мысли в голову не лезли дурные, да, чтобы все свои силы направить на это. И мне хотелось это сделать ради ребенка, соответственно. Я считала, что не могло вот просто так жизнь ребенка просто вот взять, исчезнуть и ничего ради этого не сделать. То есть мне казалось, что Лиза достойна того, чтобы о ней помнили, знали и чтобы ее гибель была не просто так, чтобы хоть что-то здесь сдвинулось с мертвой точки. В нашем городе неважно. После истории Лизы Киселевой в России вновь пошли разговоры о том, чтобы снять мораторий на смертную казнь. Однако дальше обсуждений инициатива не продвинулась. При этом саратовские власти активно заговорили о том, что необходимо облагораживать те территории, по которым дети добираются до школы. И после трагедии этим действительно как-то дозанимались. Рядом с местом, где была убита Лиза, вырубили часть растительности и сделали освещение. Было снесено несколько десятков гаражей. Однако после того, как история убитой девочки пошла на спад, разговоры о благоустройстве, да и само благоустройство сошли на нет. Ну а что, дело сделано, насильник пойман, осужден. Да ну, в то время еще не осужден. Собственно, все. В чем вопрос-то? Ну, подумаешь, убили девочку. Это что, повод дорогу делать? Для наших властей это не всегда очевидные вещи, это не всегда взаимосвязанные вещи. И они сделали совершенно правильный расчет, что если сейчас волна эта спадет, все понемножечку уляжется, ну, а дальше оно как-нибудь само собой и пойдет. Безопасный подход там все-таки существует между гаражными боксами. И этот путь даже признан безопасным ГИБДД и прокуратурой, что для меня является просто шокирующим обстоятельством, потому что безопасным назвать его вообще невозможно. Об этом говорят и местные жители, которые ходят там каждый день и своих детей водят, и дети там самостоятельно ходят. И как бы что там изменилось по факту? Ничего. Как он был, так он и остался. Там появилось несколько фонарей, ну и, собственно, все. Возможно, были срезаны деревья, но они выросли вновь, поэтому заросли. Камеры, как нам обещали, со стороны школы там никто не повесил, поэтому все ходят на свой страх и риск. Сейчас лишь изредка всплывают новости из разных районов Саратова, где родители просят привести в порядок тот или иной подход к школе, чтобы их дети могли безопасно добираться до учебного учреждения. В качестве аргумента они приводят в пример трагедию семьи Киселевых. Но, как правило, каких-либо действий со стороны чиновников после таких обращений не происходит.
И как бы это ни было грустно, видимо, ужасная трагедия 9-летней Лизы является недостаточно убедительной для властей города, чтобы раз и навсегда решить вопрос с безопасными дорогами к школам. До сих пор вот она у нас жива перед глазами стоит, хотя прошло 2 года, но мне кажется, вообще ничего не изменилось. Вот воспоминания живы настолько, как будто это вчера произошло буквально.